Малая Родина, она ближе к человеку, и она дает ему силы, дает ему традиции, к которым он привык. Вот из таких населенных пунктов, регионов складывается наша Россия, складывается сильное государство, оно сильно прежде всего людьми. Чувашский народ трудолюбивый, гостеприимный, добросердечный народ. Это наши соседи, я от имени всех нижегородцев поздравляю с днем рождения республики. У вас приятный, чистый столичный город. Я хочу, чтобы всегда у всех, кто проживает на этой земле, было хорошее настроение, потому что наш святой над Россией просиявший Сергий Радонежский, на 700-летие которого мы отметили, он сказал нам завещание, как бы, в радости человек может сделать что угодно. Уныние – самый тяжкий грех. Поэтому радости, счастья, благополучия. Всего вам самого-самого доброго.